Друзья, вы не поверите, я еду в метро. Когда еще такое случится? Я нахожусь в Барселоне, это местное метро. Здесь, кстати, очень даже прикольно, уютно, комфортно. А, кстати, говорят, что здесь очень много мошенников, поэтому я с трудом сейчас держу всеми силами телефон, чтобы меня его не стырили, потому что мне жалко будет. Обидно, досадно, там много фотографий. Вот, поэтому вот такое метро. Прикольно. Вот, так что ладно. Мошенникам привет. Пока.